Кровавый путь. 55-й. Там очень жирный босс, его очень долго бить. Но я немножко стал сильнее с последнего раза. Поэтому, возможно, шансы его убить есть. Где босс? Где босс? Нужно босса бить, а не... анимабол. Голем слишком быстро умирает, просто пипецки быстро умирает. Босс его пробивает вообще мгновенно. Все, голем дохло. Голем живет буквально там, не знаю, 3 секунды. Возможно, вместо голема можно другой скилл поставить, чтобы ТПС поднять. Потому что от голема реально толку совсем мало. Даже скелеты то, наверное, дольше живут. Опа, зацепило меня. Ну там чуть-чуть, давай вздыхай. Фух, убил. Вчера попыток 6 сделал, не мог его убить. Сегодня с первой попытки. Хотя у меня шмот не поменялся. Тот же остался.